Всем привет, дорогие друзья! Большой футбол уже совсем скоро. Сегодня мы здесь, на Мордовия-арена, где состоится матч Мордовия-Тамбов. Мы же покажем вам самые интересные моменты этого матча, а также антураж вокруг этой игры. Смотрите наш сюжет, будет много интересного. А день матча начинается с предматчевого совещания. Сейчас мы вам покажем нашу раздевалку, за порядок которой отвечает наш администратор Алексей Викторович. Друзья, в Саранске очень холодно, но поддержка сегодня на трибунах нашей команды будет очень жаркой. Более 100 человек приехало поддержать Тамбов. И вот, смотри, какая дорога была. Ой, дорога была нелегкая, потому что мы колонной большой. Приехал 5 микроавтобусов, примерно 200 человек. В принципе, без эксцессов все хорошо. Доехали, поддержим команду. Все попадают на стадион. Была. Все парни соскучились по футболу. И, конечно, когда выдался такой выезд, не самый дальний. Плюс и после межсезон первый. Плюс команда идет на первом месте. Ее надо поддерживать 100%. Сегодня Тамбова на трибунах стадиона Мордовии, поэтому все дело только за нашими ребятами. Атмосфера потрясающая, и мы ждем яркого и интересного.
наш фотограф Михаил Капитонов. Кто же его не знает, сегодня мы вместе в паре работаем от кромки поля. Надеемся, у нас получится интересный репортаж. Да, Миш? Жаркая, я надеюсь, что вы получаете удовольствие, просматривая его, находясь дома в тепле. Как тебе первый тайм? Хорошо, нормально, полный тайм. Второй тайм матча Мордовия-Тамбов. Команды поменялись воротами, мы перешли также за ворота футбольного Мордовии, за ворота хозяев, и продолжаем наш репортаж об этом матче. Походу только ухудшается. Извините, а как у вас канал называется? Катамбов? Андоха!
приятная встреча. Денис Поярков, всеми любимый в Тамбове. Денис, привет. Привет. Всем привет в Тамбове. Денис, ну, для вас не самая удачная ситуация, твои впечатления? Ну, игра достаточно тяжелая, разбилась на два тайма. В первом тайме мы отдали инициативу, рассчитывали на быстрые атаки. Где-то получалось, где-то у нас не очень получилось выбегать. А во втором тайме пропустили гол со стандарта. Ну и тут же получили второй быстрый гол. Можно сказать, за 9 минут играли игру. Достаточно большое количество приехало тамбовских, и даже мне кто-то там крикнул привет, и я им в ответ тоже махнул рукой. Тамбовым продолжаешь следить, радуешься за команду? Да, конечно, условно. И желаю им в дальнейшем обязательно успехов и решить все задачи, и выйти в премьер-лигу. Я думаю, народ очень ждет, и вся тамбовщина ждет. Только хочу пожелать вам удачи и успехов. Снегу навалило во втором тайме, а так в целом, я думаю, игрой все довольны. Забили два быстрых гола во втором тайме. Да, в принципе, мало чего давали сделать сопернику. Обидно только, что в конце пропустили, а так в целом от игры довольны. Ну, ты уже третий гол забил в сезоне, как ты это делаешь? Ну, вот, получается, бегу, хорошие подачи. И там только мне остается поставить гол. Очень много было болельщиков, хочется сказать им огромное спасибо. Поддерживайте нас, приезжайте на выезды. Еще раз спасибо. Нас никто не остановит.